С вами начинаем. Меня зовут Шабранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. Так, всем видно. Виктория, спасибо за обратную связь. Наш сегодняшний вебинар посвящен линии, которую компания Гильтек создала как линию натуральных уходов. Это бренд The You. И сегодня с вами обсудим основные принципы, вообще что это такое, для чего, как, потому что возникали вопросы домашнего ухода, линия, да, то есть как ее использовать, рабочие ли составы, для какого возраста. Вот сегодня все эти вопросы мы с вами будем обсуждать. Также протоколы домашнего ухода, да, то есть кому назначать, в каком формате назначать, и варианты использования в салонных уходах. Почему хотелось это обсудить? Потому что действительно средства линии подходят не только для домашнего использования, но и для уходов салонных. Больше, конечно, это экспресс-уходы, дополнение к каким-то уходам, завершение профессиональных уходов. Поэтому все сегодня будем обсуждать. Был вопрос перед вебинаром, оставляли на сайте, да, будет ли эко-сертификат. Да, эко-сертификат будет не завтра, не послезавтра, потому что это достаточно сложная система сертификации. И, конечно же, он будет. Мы надеемся, что через год у The You будет эко-сертификат. Далее хотелось бы действительно обозначить, что такое, как, почему название The You, да, то есть название The You появилось от слова, да, английского слова you, ты, с определенным артиклем и приставки the, да, которая конкретизирует данное, да, то есть можно ее называть как для тебя, это ты, да, то есть каждый человек, который вообще существует в мире, да, мужчина, женщина, то есть здесь нет каких-то гендерных пристрастий, мужчины, женщины, подростки, дамы в возрасте или мужчины в возрасте, путешественники, люди, живущие в мегаполисе, либо люди, живущие на морском побережье, могут найти в этой линии для себя действительно продукт. Плюс это линия для тех, кто ведет и хочет вести экологичный образ жизни и подчеркивать свою индивидуальность в этом, да, те, кто сторонники натурального ухода, плюс, опять же таки, бренд основывается еще и на осознанном потреблении, поэтому продуктов линии очень немного пока, хотя мы ждем выпуск новых продуктов, но пока их совсем немного. И возможные сочетания между собой, как в программе ежедневного ухода, так и сочетания с другими брендами, либо же подключение к продукции каких-то узконаправленных препаратов, да, для решения, например, какой-то конкретной задачи, чтобы можно было сочетать, не имея 10 банок на решение одной какой-то непонятной проблемы, да, а именно добрый день, кто еще к нам присоединяется. Повторюсь, что мы сегодня с вами обсуждаем продукцию бренда The You,
компании Ингельтек. Это новый бренд, да, новая продукция, которая у нас вышла прям совсем недавно. Кто-то успел уже познакомиться, а кто-то еще не успел, будем обсуждать. Если кто-то уже успел попробовать, напишите, пожалуйста, свои впечатления, я буду продолжать дальше рассказывать. И хочу напомнить, у нас всегда после вебинара по промокоду The You большими буквами на латинице, как всегда, для вас скидки. Дальше, да, и поэтому, да, то есть исходя из экологии и осознанного употребления, в линии не так много препаратов, да, то есть не так много средств, но они все работающие. Плюс, повторюсь, да, я немножечко ушла от темы, вы можете сочетать продукцию с любыми другими уходами, да, или направленными уходами какие-то. При этом составы продумывались достаточно долго, глубоко, и это действительно работающие продукты, которые не содержат каких-то просто маркетинговых ингредиентов, там везде рабочие составы активов, и поэтому, то есть, можно смело надеяться на то, что если вы приобрели какой-то продукт, да, то вы действительно получите результат. И каждый ингредиент выполняет какую-то свою функцию в данной продукции. Также я, например, столкнулась недавно, да, с вопросом, для кого, для молодых, для возрастных клиентов, да, то есть для кого. Повторюсь, да, я с этого начала, то есть каждый человек независимо от возраста, национальной принадлежности, да, гендерной принадлежности, да, может найти здесь свой продукт. Открывает нашу с вами линию, это гель для умывания, фаворит Cleansing Gel, который можно использовать и в качестве основного очищения, или же в сочетании с какими-то другими продуктами. Гель имеет нейтральный pH. Да, к примеру, ну, у нас и на сайте написано, да, после гидрофильного масла для того, чтобы сделать полноценное очищение. Также можно использовать его действительно как самостоятельный продукт, он очень хорошо смывает косметические средства, но, например, иногда требуется сложное очищение сложных макияжных средств, да, это может быть и театральный грим, это может быть грим, да, для фотосессий, съемок, и есть девушки, которые пользуются водостойкой косметикой, а также для того, чтобы сейчас у нас пляжный сезон, и многие используют средства с SPF более 50, а соответственно они всегда очень плохо смываются, поэтому требуют дополнительного очищения, и поэтому гель можно использовать в паре с любым другим средством. Вот как пример, это гидрофильное масло для снятия водостойкой косметики, да, поскольку плотные жировые консистенции, да, легче убираются, растворяются масляными средствами или кремовыми средствами. Но для полноценного очищения также возможно, да, каких-то воспалительных процессов, да, которые под толстым слоем косметики иногда себя могут проявлять, да, то есть это, да, как доп. Очищение. По моему, например, личному опыту, я очень неплохо смываю им косметику,
и после него достаточно только тоника, либо, допустим, там гидролат можно использовать, да, то есть все, что в составе очень мягкие ПАВы, плюс в составе есть мятная вода, которая очень хорошо тонизирует кожу. Особенно очень приятно вот сейчас было умываться им в летний период, когда жарко. Поэтому действительно очень комфортный продукт. Можно использовать, повторюсь, да, его и в домашнем уходе, и в подготовке к косметическим процедурам. Особенно вот сейчас, да, если у нас сегодня собрались и косметологи, и надеюсь, что наши постоянные покупатели, которые выступают и клиентами у косметологов, да, и сами делают дома процедуры. Поэтому можно сказать, что да, то есть очень в летний период подготовка к процедурам при помощи этого геля очень хорошо, потому что немножко успокаивает кожу, не пересушивает кожу, что очень ценно на сегодняшний день. Далее тоник успокаивающий. Must-have тонер, его можно назвать не тонером все-таки, да, а он относится к категории гидролатов. Выпускается он в очень простой такой упаковке. Есть масса вариантов его использования. Его можно использовать и как классический тоник, да, при помощи ватных дисков убрать, да, дочистить остатки косметики после умывания, да. Можно использовать его и в качестве гидролата, да, если перелить в пузыречек с распылителем, да, и поэтому отлично в течение дня увлажняет кожу, да, если кожа в течение дня пересыхает. База у тоника – это ромашковая вода, то есть, я не знаю, вы знакомы наверняка, как готовятся гидролаты, да, я надеюсь на это, если нет, да, то, конечно, это вода, да, которая получена при помощи прохождение пара через либо листья растений, либо части, вот так вот, наверное, то есть практически все части растений используются. Также в составе есть экстракт календулы, который помогает очень хорошо успокаивать кожу, нейтрализовать воспаление. Также есть в составе и экстракт клевера лугового, экстракт липы, и это все восстанавливает гидролипидную мантию кожи, да. У него также нейтральный pH, поэтому не вызывает никаких раздражений, покраснений. Можно его использовать и как тонер. Да, он не гелевой текстуры. Многие, кто знаком с нашей косметикой Гильтек, да, то есть базовой профессиональной линии, все прекрасно знают наш тоник на основе гиалуроновой кислоты, гиалуроновая кислота с эластином, да, и он имеет такую гелевую текстуру тонера. И, например, в летний период тоник можно использовать и как в качестве сыворотки, да, то есть она имеет гелевую текстуру, ну и в качестве обычного тоника. В данном случае здесь все-таки можно использовать его и очень легко использовать его именно как гидролат. Что еще про него очень такое полезное, хотелось бы сказать, его можно использовать в качестве компресса на глаза. Благодаря своему составу он очень легко снимает напряжение. Не скажу, что он прям отечность убирает, у него нет такого назначения, да, но он очень хорошо успокаивает кожу век, поэтому
Если, допустим, как правило, после там тяжелых перелетов, да, сейчас все ездили в отпуск, и я, собственно говоря, практиковала такие вот вещи, да, в качестве компресса на ватный диск. Немножко можно охладить в холодильнике, можно не охлаждать, и так очень неплохо работает. И для тех, кто, опять же таки, долго работает, для таких трудоголиков, и у кого глаза устают именно находиться перед компьютером. Ну, наверное, про него все. В плане, опять же, вот я затронула тему трудоголиков. Для меня лично вообще вся линия для людей, которые живут в таком сложном режиме, устают, часто летают, много работают, и действительно эта линия еще и вот для таких людей, потому что самое такое вот ее действие, да, она очень хорошо и быстро восстанавливает внешний вид лица. И, наверное, хит данной линии — это сыворотка для лица True Baby Face. Удивительное название, да, детское лицо. И здесь немножечко имеется в виду, на мой взгляд, да, значение «всегда молодое лицо». Собственно говоря, благодаря ее универсальному составу она работает в нескольких направлениях и действительно серьезно работает, потому что в ее составе неоцинамид, который не только предотвращает старение, да, но и нивелирует уже многие признаки возраста. Да, отлично обладает себорегулирующим действием, да, отлично борется с акне, и многие сталкивались с ним в средствах для борьбы с пигментацией. Витамин С в сыворотке в стабильной форме действительно обладает и антиоксидантным действием, и осветляющим действием, и, ну, наверное, первое его назначение, да, то есть первое действие — это то, что он выравнивает тон лица. Собственно говоря, вот моментальное действие этой сыворотки, я сейчас буду об отложенных эффектах говорить чуть-чуть попозже, моментальное действие как раз за счет витамина С и еще натуральных экстрактов. Это экстракт земляники лесной, клюква, экстракт малины, да, то есть вот моментальное действие — это действительно такое свечение лица, отдохнувший вид. Это все благодаря витамину С и натуральным экстрактам. Многие из вас уже знакомы, и многие читают наши посты в интернете, слушают наши видео на Ютубе, да, многие знакомы с информацией, да, о том, что ниацинамид и витамин С, помимо быстрого, да, сиюминутного действия, обладают по большей части накопительным эффектом. И здесь идеального результата стоит ждать где-то от 4 до 8 месяцев, да, использования данного средства ежедневно. Можно использовать и утром, и вечером, поскольку здесь витамин С в стабильной форме, он работает как в утренние часы, так и в вечерние часы очень неплохо. Единственное, да, все равно и ниацинамид, и витамин С требуют небольшой фотозащиты, если мы находимся в городе, да, и если вы планируете, да, какие-то или активное солнце, или вы живете
в стране или в местности, где активное солнце, то да, тогда требуется нормальная фотозащита. Так, что, собственно говоря, делает эта сыворотка? Очень хорошо работает с восстановлением сухости кожи, да, очень хорошо работает с расширенными порами, восстанавливает цвет лица, поднимает тонус, да, и большинство экстрактов обладают сосудопротекторным действием, да, то есть убирается отечность, не знаю, стоит ли говорить такие вещи, да, но вот я начала говорить о том, что она для идеальный вариант для людей, которые много работают, которые часто совершают перелеты, потому что помимо вот этих отложенных постоянных результатов, она еще и дает отличный быстрый эффект хорошо выспавшегося, отдохнувшего человека. Многие, в основном это мнение мужчин, да, очень хорошо восстанавливает внешний вид после вечеринок, когда долго не спал, это действительно так. Я начала включать ее, собственно говоря, мое знакомство с сывороткой True Baby Face началось с... Я покажу вам потом протокол, да, началось с экспресс-процедур, когда нужно клиента отправить и сделать процедуру максимально быстро и подготовить его к мероприятию. Вот с этим очень неплохо справляется True Baby Face. Потом основные ингредиенты, например, ниацинамид, очень неплохо работают в паре. Это, наверное, идеальное сочетание с пептидными комплексами, поэтому сюда можно еще добавлять, например, если это область глаз, да, или какие-то мимические морщины, да, то есть можно сочетать с миорелаксом. Либо для клиентов более старшего возраста, для меня старший возраст, да, это уже 35-40 плюс, 35 сейчас у нас в принципе очень хорошо девушки, женщины выглядят, да, это даже больше 40 плюс, и в сочетании с, например, сывороткой 5 пептидов идеально получается восстановить и тонус кожи, и плотность кожи, и внешний вид, да. Что еще интересного, да, и как себя хорошо показала сыворотка True Baby Face, это на самом деле мужские уходы. Мужчины у нас очень предвзято вообще относятся к косметологии, и я бы сказала, нет, есть они разные, я бы сказала единственное, что, например, морщины очень мало волнуют мужчин, мужчин волнует больше состояние кожи, да, то есть это проявление какого-то купероза, вообще раздражение, покраснение после бритья, возможно, да, либо уже такое устаканившееся покраснение, да, которое, в принципе, у мужчин бывает гораздо чаще, чем нежели у женщин. Плюс сухость кожи, что еще волнует у нас мужчин, это излишнее салоотделение, да, жирный блеск, и, собственно говоря, сыворотка очень неплохо, я бы сказала, даже идеально решает эти проблемы. Собственно, даже если брать возрастных клиентов, показатель возраста – это не всегда птоз и морщины глубокие, да, это действительно, как правило, состояние кожи. Как правило, у возрастных клиентов поры расширены, тусклый цвет лица, сосуды. И явно такой
повсеместно, наверное, да, то есть у нас в нашей средней полосе, да, это такой усталый тип старения, и действительно идеально в сочетании, я уже не про мужчин говорю, а для возрастных клиентов в сочетании с какими-то, возможно, даже инъекционными методами, да, возможно, там с нитевым листингом, просто улучшить состояние кожи, подготовить кожу, да, к каким-то, может быть, уже более сложным процедурам. Сыворотка справляется с этой задачей на прям все 10 баллов. Следующий у нас с вами... Ой. Почему? У меня слайд не переключается. Следующий продукт в линии это крем для лица, Мегаполис крем с SPF 10. Мы тоже столкнулись с таким вопросом, да, может быть, даже с утверждением в соцсетях нам написали о том, что зачем так мало и вообще почему это лучше бы вообще ничего не делали, но поскольку само название Мегаполис, да, говорит о том, что это еще защита, какой-то финальный, конечно же, крем, и защита от внешних воздействий, да, с которыми встречаются больше жителей мегаполиса, офисные сотрудники. Например, да, там те же самые студенты, да и все, кто живут в крупных городах, да, то есть это защита от внешних загрязнений, да, с которыми мы с вами ежедневно сталкиваемся. Я бы назвала его даже антистресс, да, крем, который предотвращает влияние вот этого негативного воздействия окружающей среды. Именно такой SPF и нужен для жителей города. Я не говорю про то, тех, кто, живя в городе, ежедневно, например, там ходит и гуляет в парке по 5-6 часов, да, там и находится на улице в такое время, да, я говорю о действительно людях, которые трудятся и живут в городе. Почему, опять же, я все время возвращаюсь вот к этой теме, да, то есть это, можно сказать, линия для трудоголиков, это прям полноценная защита, то есть линия без возраста для трудоголиков, очень хорошо подходит для мужчин. Единственное, вот финальный крем для мужчин немножко будет казаться плотным. Но, возможно, вы знаете, да, что уже вышла линия, она уже вышла, пока два средства, мужская линия отдельно, там у мужчин есть свой финальный крем. Но, хотя, например, для мужчин, которые еще и ну, часто находится на улице, да, там SPF 10 не помешает, там, и у мужского крема нет SPF-ки. Здесь также уникальный состав, точнее, он расширенный состав, да, и противовоспалительные натуральные компоненты, да, и гидролизаты, бифиды и лактобактерии для защиты кожи и восстановления микробиома кожи, да, и очень хорошее увлажнение и, собственно говоря, идеальная текстура. В салонных уходах крем Мегаполис идеальный финальный крем, чтобы выпустить клиента даже,
Ну, я бы сказала, если в зимний период, например, можно и после агрессивных процедур небольшой SPF даст прекрасную защиту. В летний период и химические пилинги, конечно, здесь потребуется фотозащита гораздо выше, но как финальный крем после салонных процедур он будет действительно уникален. И следующий компонент, да, или следующее средство линии, да, это очищающий скраб. Он вроде как бы, ну, компания Гильтек же не выпускает шампуни, средства для волос, да, то есть у нас этого нет. Хотя, если интересно, я потом расскажу, как нет. Да, сразу хочу, спасибо за вопрос, да, я хотела начать об этом говорить, да, в составе, сразу же в составе, во-первых, она без жестких граней, она в масляном растворе, и в составе сразу же есть депантенол, который, собственно говоря, даже уже раздраженную кожу будет успокаивать. Я как раз про него хотела и поговорить. Его можно также использовать и в салонных процедурах, когда в парикмахерском искусстве требуется именно пилинг кожи головы в домашних условиях, да, вообще для чего нужен скраб для кожи головы, и, наверное, кстати, очень многие такой вопрос задают, типа, а он вообще зачем? В первую очередь очищающий скраб, он нужен для того, чтобы активно и тщательно удалить укладочные средства и загрязнение именно с кожи головы, поскольку многие шампуни не справляются с укладочными средствами, они все равно накапливаются на волосах, дают и тусклый цвет, и очень плохо оседают на коже головы, и, собственно говоря, голова начинает и быстрее пачкаться, да, и многие средства, которые для укладки используют, содержат силиконы, которые никто не любит, потому что их не любят, потому что их надо тщательно смывать. Даже летучие силиконы нужно тщательно смывать, и, собственно говоря, они тогда будут безопасны. Но именно для этого скраб кожи головы. Если голова быстро салится, опять же, в летний период, тоже очень хорошо подходит использование в домашних уходах, да, скраба. Дальше, если нужно создать хороший объем, это вообще первое, о чем, ну, наверное, задумываются девушки, женщины, у которых малое количество фолликулов на голове, да, и поэтому для создания объема им приходится какие-то манипуляции делать, да, то есть это и поднять вертикально, и использовать специальную укладочные гаджеты, да, которые приподнимают слегка волосы у корня, да, и некоторые делают прикорневую химическую завивку, да, то есть это вот для таких людей действие скраба будет создавать легкий объем. Конечно, как от химической завивки вы не получите такого эффекта, но для того, чтобы создать объем волос, можно использовать в уходах именно скрабирование кожи головы. В составе, да, помимо морской соли, повторюсь, да, что у нее нет острых граней, и сразу прям, даже к протоколу еще не перейдя, используется на влажные волосы, да, а соль, как мы с вами знаем, да, то есть она от воды начинает таять, плюс в составе она в таком масляном растворе, в мягком,
используются там и масло органы, и масло авокадо, эфирное масло сладкого апельсина используется как отдушка. У кого, единственное, что у кого прям совсем аллергия на цитрусовые, то тогда может быть там легкое пощипывание, но поскольку сладкий апельсин практически совсем не аллергичен, ну только вот прям узконаправленно, и он здесь используется в минимальном количестве. В составе также есть витамин А, который не только на кожу головы влияет, да, но еще и укрепляет волос, да, создавая ему вот такой вот натуральный блеск. Плюс экстракты, точнее, здесь два в составе травяных сбора. Это сбор номер один, который успокаивает кожу, это календула, ромашка, клевер, липа, лен, шиповник. Не так немножечко я вам сказала, да. Этот состав больше будет даже для укрепления корневой системы, да, и еще второй состав, да, то есть зверобой, мелисса, подорожник, тысячелетник, череда, которые будут, опять же таки, способствовать усилению роста волос. И вот как раз вот второй состав, где находится, где зверобой и мелисса, еще и будет давать такой вот очень хороший объем, плюс действительно будет способствовать более глубокой очистке кожи головы, и успокаивающее действие также будет оказывать на тех, у кого еще и есть перхоть, да, то есть любая сибарея, как жирная, так и сухая, да, можно использовать, опять же таки, скраб для кожи головы. Здесь будет немножко другое действие, да, с шампунями. Сейчас у меня здесь прям прикреплены протоколы чуть-чуть ниже в презентации именно по использованию. А давайте, знаете, как сейчас поступим, раз уж я начала про скраб, я перелистну протоколы салонные по косметике, да, а перейду сразу к скрабу, а к косметике мы потом с вами вернемся. Ну, вот так вот, да, то есть есть несколько вариантов использования скраба и в салоне, и в домашних условиях, в принципе, один из вариантов подойдет, да. Интенсивный уход, когда вы делаете направленного действия, в данном случае у меня написано он для усиления роста волос, в первую очередь надо подготовить очень хорошо себе площадь под воздействие активных веществ. Да? В данном случае можно очистить, ну, вымыть по-простому голову при помощи обычного шампуня, да, то есть для ежедневного применения. После чего мы наносим скраб и делаем мягкие массирующие движения. По проборам скраб наносится, да, есть несколько вариантов нанесения, зависит от, опять же таки, какой задачи вы хотите добиться, да, то есть если усилить рост волос, да, то массажные движения очень хорошо делать не от лба, спускаясь ниже к шее, да, а именно по кругу, и если очень сильная потеря волос идет, да, то зона в середине головы, да, от лба до середины головы не массируется. Как правило, делается все по периметру. Если нет активного выпадения волос, да, то можно делать по всей голове именно массажными движениями, начиная от лба, да, спускаясь вниз к шее. Промассировали,
скраб на влажной коже будет немножечко подтаивать, а потом очень аккуратно мы все это смываем водой. Напомню сразу, да, то есть саму макушку от лба здесь получается 7 сантиметров. При сильном выпадении мы не обрабатываем. В основном лучше поработать, например, с шеей, с плечевой, с шейно-воротниковой зоной, с плечами. У основания черепа лучше хорошо проработать, да. Со скрабом тоже можно, надо его хорошо смыть потом. После того, как вы смыли скраб, нужно, если это, если мы сейчас направленного действия, да, делаем, мы еще раз моем голову шампунем направленного действия, да, то есть есть такие, это шампунь от выпадения, шампунь против сиборей такой секой, да, то есть разные есть, да, что там еще, укрепляющий волосы шампунь, да, то есть шампунь направленного действия. Если такого шампуня нет, этот шаг мы пропускаем. Дальше мы наносим маски, либо кондиционеры, и аппликацию нужно будет выдержать так, как указывает производитель у себя на протоколе. Да? Надо смывается полотенцем, не надо не смывается полотенцем, так как прописано в протоколе. И только после этого мы наносим ампульные действия, вот, ой, ампульные концентраты направленного действия, да, это могут быть любые концентраты, да, и против выпадения некоторые просто наносят никотиновую кислоту, да, купленную в аптеке. Здесь на ваше усмотрение, да, но в салонном уходе, либо такой домашний, который повторяет салонный уход, это делается так. Прежде чем высушите голову, мы уже наносим ампульные средства направленного действия. Они могут быть, кстати, не ампульные, могут быть, я не знаю, там какие-то лосьоны, спреи, в зависимости от того, какой бренд вы используете, вообще, что вы делаете. Это то, что усиливает рост волос, да, или, опять же таки, лечит кожу головы, да, если это у вас стоит в программе, да, но, как правило, да, тех, у кого там жирная сухая сиборея, да, то есть наносят средства для восстановления кожи головы, да, то есть и с каким-то, возможно, еще дополнительным действием. Да, и после этого волосы после этого только сушится. Да, в обычном уходе, да, например, если мы хотим создать объем, да, и у вас обычный шампунь направленный, да, тут шампунь для ежедневного мытья. Соответственно, да, вы голову моете обычным шампунем, слегка смачиваем полотенцем и уже скрабируем кожу головы. Точно так же здесь можно, собственно говоря, вообще все равно лучше скрабировать, да, мы же скрабируем массажными движениями, поэтому лучше всегда соблюдать массажные линии, да, то есть в нашем случае это будет от краевой лба, да, уходим вниз к шее, либо от основания черепа и будем подниматься к макушке. То есть, по идее, массажные движения на области черепа, да, на голове всегда идут от краевой отроста волос, поднимаясь к макушке, либо от начала роста волос, да, от лба, спускаясь к шее до основания черепа. То есть есть несколько вариантов нанесения. Но по массажным линиям будет намного эффективнее ваша работа. Но если вы, например, делаете это просто для объема, то здесь уже не важно, вам нужно хорошо промассировать. Если, допустим, вы используете укладочные средства, можно немножечко потом хорошо протащить по волосам, да, повтирать и полноценно смыть потом
обильно водой, чтобы ничего не осталось. Поскольку есть масла, да, нужно смыть хорошо. Смотрите, тоже вот мы уже сталкивались, поскольку скраб вышел самым первым в этой линии, и уже многие им успели воспользоваться. Много скраба не нужно наносить. Если вы нанесли его много, он еще в продукции, да, находится в такой баночке и утоплен вот в этом масляном растворе. Его лучше перемешивать. Почему? Много масла вначале, у вас будет плохо смываться. И опять же, он очень хорошо эмульгируется по влажным волосам, поэтому скраба много не нужно, чтобы у вас потом не было такого негативного, неприятного эффекта, что он плохо смывается. Его не нужно много. Да? Проскрабировали. И потом уже наносим маску, кондиционер, опять же таки, то, чем вы хотите, какого эффекта вы хотите достичь, да, это либо там, допустим, есть же там средства, которые создают объем, да, я уже просто в эту тему начала уходить, да, то есть создать объем, да, то есть есть же там маски, кондиционеры, которые помогают создать объем, да, то есть и туда наносим после там по протоколу, как написано, либо смываем, есть несмываемые средства, и опять же таки, если здесь смываем, смываем, да, и уже после этого укладываем шампунем. Что еще по скрабу? Я надеюсь, мне кажется, я ничего не пропустила, потому что я очень много хотела вам всего рассказать. И надеюсь, ничего не пропустила я по скрабу. Для чего? Голова пачкается, это я вам рассказала, да, то есть когда обильное салоотделение, особенно летом, смывает он прекрасно, да, для тех, кто использует какие-то сложные укладочные средства в плане лечения, да, как дополнительное средство, да, для того, чтобы усилить проводимость сывороток различных, там, для того же роста волос. Это все вкупе вроде про скраб вам все рассказала. Если сейчас вспомню, что еще такого хотела сказать, да, то обязательно сейчас расскажу. И мы вернемся к протоколам уже косметических средств. У меня есть, например, три классических протокола, да, это и ежедневного использования. Вот смотрите, очень много в линии компонентов, да, средств. Но вы можете, например, там варьировать как угодно и в домашнем уходе, например, да, то, что все-таки, например, ZU это еще и профилактика старения, да, то, например, ей можно пользоваться достаточно молодого возраста, например, если вы там, неважно, мужчина, женщина, да, то есть вы сейчас делаете карьеру, постоянно летаете, либо же постоянно трудитесь в офисе. Это, конечно, откладывает отпечаток и процессы старения, там, не досыпаете, процесс старения происходит гораздо быстрее, да, то есть вы хуже выглядите. Вообще, комплекс ухода за собой, да, подразумевает под собой еще и правильное питание, подразумевает под собой достаточно большое количество сна, там минимум 6-8 часов достаточно. Очень мало людей, кому нужно меньше, малый объем по времени спать. Это ограниченное количество людей, это тоже накладывает отпечаток на внешний вид. Да? И поэтому линия, как я уже сказала, работает как и профилактика старения, да, так и, опять же таки, уже работает очень неплохо с уже возрастной кожей. Плюс
защита от окружающей среды – это тоже немаловажно. Протокол для нормальной, да, кожи и комбинированной кожи, вот сейчас практически у всех комбинированная кожа, утром и вечером, да, в качестве очищающего средства, да, во время умывания мы используем фаворит клинсинг гель, после чего у нас стандартная тонизация. Данный этап многие пропускают, да, то есть есть несколько, например, там течений в косметологии. Кто-то говорит, что тоник обязателен, кто-то говорит, что тоник не обязателен. Здесь все-таки важен индивидуальный подход к каждому человеку. Да. Собственно, линия The You создана, она так и называется, да, то есть для тебя, про тебя, это ты, да, то есть поэтому вы выстраиваете свой уход так, как нужно вам. Но я придерживаюсь стандартной косметологии, да, то есть классической косметологии, и если, например, в дневном уходе, если вы используете сыворотки, да, под крем, то тогда, в принципе, этап тонизации можно пропустить. Если у вас все нормально с водой, да, у вас там хорошая вода достаточно, кожа pH, в принципе, сама восстанавливает, да, и в утреннем уходе можно пропустить, если вы будете наносить сыворотки. А в вечернем уходе тонизация обязательно. Да, помимо того, что мы еще дополнительно очищаем кожу, да, то, что возможно, что у нас что-то осталось, да, тех же средств для очищения мы убираем остатки при помощи тоника и успокаиваем кожу от той агрессии, которая воздействовала на кожу в течение дня. Да, то есть это как дополнительный уход, независимо от того, используете вы сыворотки или нет. Дальше мы наносим сыворотку True Baby Face, после чего мы наносим защитный крем. Сыворотки нужно немного, достаточно одного нажатия, и вам хватает на все лицо, да, и шею. Если нужно еще обработать декольте, тут нужно будет два нажатия. А так лицо и шея вполне хватает одного нажатия. Можно ее наносить и под глаза, на подвижные веки она не наносится. Да, и после чего, как сыворотка полностью впиталась, хотите, можете использовать легкие массажные движения. Да, там кто-то использует, я знаю, что многие массажными технологиями увлекаются и сами самомассаж проводят, да, то есть она, в принципе, неплохо подходит под лимфодренажный массаж, если вы делаете, да, и так обычный, можно по жаке сделать очень неплохо по ней, если, опять же таки, есть такая необходимость. Я, например, до сих пор очень люблю массаж по жаке, в любом возрасте он дает очень хороший эффект. Не только помогает суживать поры, да, и бороться с акне, но для возрастных клиентов он очень хорошо тонизирует кожу, опять же таки помогает сузить поры. Это проблема всех возрастных клиентов из-за того, что тонус кожи теряется, поры всегда кажутся расширенными, и поэтому массаж по жаке можно проводить в любом возрасте, разные эффективности, разнонаправленное давление, да, то есть поэтому True Baby Face очень неплохо подойдет для такого массажа. Поскольку массаж по жаке выполняется на сухую, либо по тальку, то придется нанести сыворотку и немного подождать, чтобы она полностью впиталась и руки не скользили. По завершении, да, как сыворотка впиталась, мы перед выходом наносим Мегаполис крем с SPF 10 и, собственно говоря, вот весь уход и закончен. В ночном варианте, да, мы просто наносим сыворотку и утром, и вечером, да, то есть
и ничем ее не закрываем. Если у вас есть какой-то любимый крем ночной, да, или у вас немножко, поскольку это уход для нормальной и комбинированной кожи, в какой-то момент, например, нормальная кожа может немножко быть пересушенной. Например, вы загорали, да, там в какой-то, или же мало пили воды, да, то есть, или там летели в самолете. Может немножко быть пересушенным. Можно нанести ночной крем, если вы любитель таких вот вкусных, мягких ароматов, не навязчивых, можно в качестве ночного крема использовать крем Гильтек, он массажный крем спа апельсин. В качестве ночного крема выступает просто как идеальное средство. Поэтому можно его сюда подключить, нет никакой запрета, да, то есть он абсолютно адаптируется вместе с этой линией как ночной крем. И, соответственно, для такого вот протокола раз в неделю дополнительное очищение, но, надеюсь, вы с этой маской все знакомы, да, то есть это пектиновая энзимная маска, да, которая помогает нам еще немножко отшелушивать кожу, да, очищать достаточно глубоко, она регулирует выработку кожного сала, и поскольку пектин слегка осветляет, да, еще это профилактика, да, и такая легкая борьба с пигментацией. Сразу хочу сказать, это не отбеливающее действие она оказывает, да, а просто осветляющее, мягкого воздействия на пигмент. Дальше протокол меня вот для жирной комбинированной кожи, которая склонна к воспалениям. Воспалительный процесс любой приводит также к крайнему старению, да, и внешний вид, соответственно, кожи ухудшается, и человек выглядит старше, появляется пигментация, тусклый, опять же, таки цвет лица, и, соответственно, внешний вид может не соответствовать даже возрасту, может выглядеть гораздо старше. Здесь, собственно говоря, к этому протоколу подключается сыворотка антиакне из основной линии, точнее, из линии антиакне, основной коллекции косметики Гильтек, да, стоп-акне можно наносить как зонально, прям совмещая с сывороткой трубой B-Face, так и, например, чередовать с сывороткой трубой B-Face. Здесь вариантов нанесения много, да, например, там можно сыворотку трубы B-Face на ночь наносить днем под тональный крем антиакне. И также, собственно говоря, можно наоборот. То есть можно чередовать, а можно наносить, сначала наносится сыворотка трубы B-Face, да, а потом зонально на места высыпаний, не точечно, а именно если, вот, к примеру, высыпание на скулах, да, мы на скулы наносим, или только на подбородке, очень часто бывает, например, накануне критических дней, либо по какой-то причине, ну, возможно, там, от маски, от каких-то, возможно, гормональных отклонений, да, то есть это по-разному бывает, то есть ими прям зонально наносим сверху сыворотки, наносим стоп-акне. Ну и, соответственно, такой тоже для такой кожи требуется более глубокое еще очищение. И раз в неделю мы для глубокого очищения, как всегда, предлагаем, опять же таки, энзимную пектиновую маску. Напомню, что аппликация для маски 15, максимум 20 минут, но вообще, собственно, она очень хорошо разрыхляет кожное сало, можно провести как ультразвуковую чистку по ней, да, так и мануальную чистку.
можно ли просто как энзимный пилинг дополнительный контролировать время аппликации. Мы по состоянию кожи, например, для чувствительной кожи аппликация по времени сокращается. И для салонного ухода очень интересный, например, такой вот универсальный экспресс-уход, который займет очень немного времени. Здесь мы используем гель для умывания. Можно, если клиент в салон пришел с макияжем, сначала использовать либо молочко, либо гидрофильное масло, либо что у вас есть в наличии салонного ухода. Потом дочищаем, потому что гель очень хорошо убирает воспаление, да, успокаивает кожу, домываем гелем для умывания. Ну, можно его использовать, опять же, таки как самостоятельное средство для очищения. Он очень, поскольку мягкие павы, не агрессивные, он не пенится активно, но все-таки можно взбить его в такую мягкую пенку, нанести на лицо, удалить большим количеством воды. Он очень неплохо смывает тоже макияж. Потом обрабатываем лицо тоником, наносим энзимную пектиновую маску. Точно так же на 15 минут можно провести, например, ультразвуковую чистку, но поскольку экспресс-процедура подразумевает собой прекрасный внешний вид, да, то мануальная чистка в экспресс-уходе у нас с вами не делать. Можно немножко ультразвуком почистить, можно не чистить, просто нанеси ее как энзимный пилинг для того, чтобы улучшить пенетрацию активных компонентов, да, и опять же придать более такое яркое свечение кожи лица. После того, как мы либо провели чистку ультразвуковую, либо смыли маску по энзимной маске. У нее очень мягкая такая основа, эластичная. По ней можно, пока лежит аппликация, но тогда расход маски будет больше. Мы наносим более толстым слоем, нежели под пленку для очистки или как обычный энзимный пилинг. Мы с вами можем провести мягкий, например, лимфодренажный массаж, тонизирующий массаж, то есть маска гелевая, и можно дать небольшое скольжение, это улучшит, во-первых, отшелушивание, плюс такой легкий детокс простимулирует немножечко дыхание кожи. После чего, как мы смыли маску пектиновую, можно, например, в экспресс-уходе применить маску Аква Удовольствия. Он даст дополнительное увлажнение, прекрасное свечение. Маску также мы с вами убираем, да, смываем водой, после чего наносим сыворотку True Baby Face и завершаем кремом Мегаполис SPF 10. Вот очень быстрая такая процедура экспресс-ухода. Можно даже, если у вас есть какие-то маски еще, например, вместо, вот, ну, я предложила то, что у компании Ingiltech действительно производит впечатление, и это действительно маски экспресс-ухода, да, можно какую-то детокс-маску нанести, если вы хотите усилить, например, какое-то действие. Но для парадного выхода лучше воспользоваться Аква Удовольствие. Напомню, что она у нас в серии Гидратейшн. И я, наверное, вот еще с такого ухода, в принципе, они очень похожи, да, тоже экспресс-уход, только вместо, еще меньше по времени, да, здесь более быстрый уход и усиление действия сыворотки True Baby Face. Первые два этапа у нас будут с вами одинаковые, да, очищение, потом энзимная пектиновая маска, потом мы с вами наносим сыворотку True Baby Face. Вот тут можно, опять же, какой-то легкий массаж сделать,
Повторюсь, да, по жаке вообще отлично подходит, да, если даже вам нужно дать лифтинг, вот это интенсивное воздействие, напомню, что массаж относится к интенсивным массажным техникам, да, то, собственно говоря, тонус мы дадим. Не лифтинг, а именно тонус лицу, что внешне будет выглядеть как очень неплохой лифтинг-эффект. Сыворотку нанесли. И сверху закрываем альгинатной маской или маской, которую не надо смывать. Мне нравится усилить действие True Baby Face альгинатами обычной со спирулиной, да, с хлорофиллом, если есть альгинаты для... если есть воспаление на лице. Очень многих брендов у нас, к сожалению, пока нет альгинатных масок, но очень многих брендов есть с ацеролой. Идеально выравнивается лицо и получается хороший лифтинг. Маску мы потом аккуратно снимаем, да, ничем не обрабатываем, и потом наносим финальный крем. Или же, если нужно, можно нанести мультипротектор, если очень жарко. Вот такой вот идеальный экспресс-уход. Также, если у вас клиенты находятся, да, на каком-то курсе осветляющих процедур, на курсе отбеливания, да, сейчас у нас скоро начнутся пилинги и все такое, да, то есть в качестве доп. Ухода сыворотка True Baby Face очень неплохо будет себя вести. И протокол ухода за мужской кожей. У меня он составлен с продуктами нашими, которые новые вышли, мужской линии Систео. Очищающий гель или клинсинг гель из Систео по составу очень схож с очищающим гелем из The U. Немножко разнится pH, поскольку у мужчин кожа все-таки склонна к повышенному салоотделению. Поэтому здесь вот ваш выбор. И тонизирует все-таки это мужской гель, да, который хотелось бы, чтобы освежал лицо. Вот разница, они очень похожие составы очищающих средств. Да, после чего мы берем тоник Must Have Toner, очищаем, да, антиоксидантная сыворотка и закрываем мужской финальный крем. Он так и просто называется, Amosturing крем, увлажняющий крем из линии Систео. Ну вот по протоколам, по средствам, мне кажется, я практически прошлась по всем. Надеюсь, что вам было интересно. Поскольку средств не так много, я вынуждена уже практически завершить наш вебинар. Но мы с вами и так полноценно почти час 15 минут общались, точнее, я вам рассказывала то, что можно сделать с этой линией. И еще хотела бы добавить, что компания Гильтек, у нас скоро будут аппараты, да, и мы будем принимать тару из-под нашей косметики в переработку. Тара для все пузыречки The U подлежат переработке, поэтому все наши упаковки мы будем принимать в переработку. И это тоже, опять же таки, связано с любовью к нашей планете, к сохранению экологии. Возможно, вы уже читали о том, что компания Гильтек поддерживает, да, все экологические системы, и линия The U, она
все-таки несет в себе еще несколько другое мировоззрение, да, это не только любовь к себе, а любовь к себе начинается с действительно с внимания и понимания, кто ты, что ты делаешь, какой след ты оставишь в этой жизни после себя, да, там кучу мусора. Да, или даже какое впечатление вы производите, вы же знаете, все между собой общаются, да, и всегда положительные впечатления и любовь вызывают люди, которые несут любовь другим людям. И здесь мы хотим тоже этому соответствовать, и линия Дзю как раз об этом. Поэтому про сертификат сказала, кто спрашивал, да, сертификация будет. На самом деле это очень сложный процесс, особенно получить эко-сертификат. Поэтому мы в процессе. Спасибо, что присоединились к сегодняшнему вебинару. Кому захочется попробовать косметику, да, кто хочет еще, опять же таки, не просто так ее купить, да, и потом разочароваться, может быть, кому-то там текстура не подойдет, может быть, кому-то там что-то из средств может также не подойти, может быть, по аромату, да, там многие привыкли, что у нас, например, очищающий гель не имеет вообще никакого аромата. У нас презентация линии, возможно, многие из вас знают, кто живет в Москве. У нас открылся флагманский магазин, шоурум с лекционным залом, где у нас проходят семинары, где у нас проходят встречи с нашими клиентами. Мы проводим там мастер-классы. Они не только обучающие, они просто для интересующихся экологическим образом жизни, косметикой. Там можно, кто сегодня наши клиенты, можно получить бесплатную консультацию косметолога. Это все в Москве. Адрес можно найти у нас на сайте, прям перейти с сайта Гильтек на наш флагманский магазин и сориентироваться по карте и прийти. Это центр Москвы, идеальное место, это на Петровке, поэтому приходите, будем вас ждать. А на сегодня я с вами прощаюсь. Напомню, что после вебинара у нас всегда скидка по сегодня по промокоду DU, да, все большими буквами, так как на логотипе написано, без пропуска. И до свидания всем. Спасибо, Виктория, спасибо за обратную связь. Да, действительно, очищающий гель у нас у всех фаворит. Да. Это действительно так и есть. Всем хорошего дня. И буду ждать вас 2 сентября. У нас под ю день марки. Можно прийти. Кто-то, может быть, захочет побыть моделью. Поэтому буду вас всех рада видеть.